И всем привет, дорогие друзья, с вами Инди, и сегодня я вам просто покажу игру под названием Super Hexagon. Проходить я ее не буду, потому что это, ну, я не кореец, я не смогу. Но это дико крутая игрушка, поэтому давайте попробую пройти первый уровень, и где-то уровень 3-4 я вам просто покажу прохождение. Погнали! Игрушка довольно хардкорная, крайне хардкорная, но она крутая. Я сейчас ее прохожу на телефоне, потому что, ну, она тоже на телефоне есть, на андроида. Там как-то поприятнее играть, на самом деле. Просто потому что, как бы, не знаю, можно в любом месте поиграть, а не только дома. К слову, я управляю треугольничком и должен уворачиваться от стенок. Если вам кажется, что это просто, скачайте. Ай, серьезно, почти прошел. Ладно, давайте еще раз. Game over again. Mine. Game over again. Game over again. Mine. Game over again. Mine. Game over again. Mine. Crying. Game over again. Mine. Triangle. Pentagon. Excellent. Hexagon. Yeah, я прошел. Наконец. Это было долго. Все, пофиг. Я прошел.
Серьезно, я на первой попытке зашел до 50 секунд, и потом мне ушло еще, наверное, минут 30, чтобы дойти до туда же. Ладно, ладно. Давайте покажу вам просто второй и третий уровень. Но проходить я их не буду, это слишком жестко. Но музыка там четкая. О, это я не знаю, как проходить. Ладно, давайте еще одну попытку. Просто музыку дослушаем. Короче, ладно. И в третий уровень, кстати, я четвертый открыл. Я вот хипермод. Даже не знаю, как он выглядит. Но вот этот уровень дико нравится музыка. Ну, а на это все. Всем пока.